Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Legend of Grimrock. Очень много народу меня попросили сделать это прохождение, поэтому я подумал, ну почему бы и нет, давайте сделаем. Какие проблемы, как бы мне не сложно. Единственное но, то, что это будет четвертое прохождение уже на канале, то есть обалдеть, да, четыре прохождения, это, по-моему, перебор. Поэтому, возможно, оно будет выходить нерегулярно. Так, подожди, это, кстати, у нас не выделяется ли? Может, на нее наступить как-то? Короче говоря, возможно, это прохождение иногда будет запаздывать, возможно, оно будет не каждый день, но пройдем тогда полностью, в общем, такие дела, раз надо, то получите, какие проблемы. Так, штанишки на тебя, я так помню, не одеваются, зачем я их тебе дал? Я загрузился с последнего сейва, который мы делали еще во время первого взгляда, я, честно говоря, не помню. Где это? По-моему, не очень далеко от того места, где мы встретили эти грибочки, которые нам настучали. Ну и давайте маленько теперь уже разбираться, раз уж у нас уже пошел полноценный геймплей, то почему бы и нет. Так, тебе мы поставим ножик в руку у этого дубинка, камешек тут, тут у нас еще один этот. Так, здесь у нас скиллы разные, пока что мы тут ничего не можем сделать. Вот у нас загрузка. Так, а тут у нас... видимо, прокачка будет. Давайте первым делом, знаете, с чем разберемся? С магией. То есть у нас вот тут вот дофига каких-то знаков, я не знаю, как ими пользоваться. И, честно говоря, сложно понять. Я помню, что такое вот именно, такого плана было именно в старых играх. Но как этим пользоваться, я, честно говоря, не знаю. Ну ладно, возможно, я просто ничего еще хорошего не знаю у него. Ну-ка, вот у него, может, тут огненная магия. Вообще говорили, что сначала нужно найти то ли книгу, то ли свиток, в котором будет уже, собственно, выучено заклинание. Но угад подобрать не получается. Ну и ладно, в общем, давайте двигаться дальше. Где же мы находимся? Так, тут у нас сейчас две улитки, по-моему, будет, да? Так, поставим тебе... метательный ножик. Да, собственно, давайте приступим к их убиению. Так, ну, давай, дорогая, иди сюда, слабачелло. Так, так, так. Нет. Ладно. Со второго ряда он вообще, похоже, в быстрых атаках не достает. Я так понял. Так, ты готов? Второй, иди сюда. Так, что же, пока он там что-то лазит, давайте попробуем по одному их использовать. Тоже не то. Так, навыка не хватает, это похоже что-то верное. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда. Так, хорошо. Да блин, давай, бей его уже. Говорят, игра не особо долго, так что я думаю, серии в 10 уложимся. Не знаю, посмотрим, короче говоря. Ну, что-то в этой игре есть. Это понравилось и мне, и подписчикам. Это меня радует. Так, Брюсу Уиллису положим наши вещи, то есть жратву. Я думаю, пригодится нам в будущем. Пока что народ не такой уж и голодный. Самый голодный у нас, насколько я понимаю, это Сигал. Кстати, Сегал пишется, по-моему, правильная его фамилия. Ну, я вообще фамилию написал от балды, но получилось смешно. Так, как здесь сделать сейф? То есть только так, как-нибудь F5 нажимать нельзя там. Так, ну-ка. Вот сейчас пропадет надпись, и попробую. F5 не работает, F6 не работает, F4 не работает, F7 не работает. Ладно, короче, чисто изменил. Ну, это не страшно. Так, сюда нам нужно найти ключ. Ключ у нас, я уже забыл, где он находится. Сегодня вроде только записывал, но как-то, блин... забыл, уже успел позабыть. Так, тут у нас лежат тапочки. Тапочки мы дадим быку, он как-то их наденет на свои копытцы. Я, конечно, боюсь представить, но тем не менее, как-то сможет, видимо. Так, тут у нас жатва, пусть лежит у тебя, Сигал. Так, и рванина. Рванину. Что нам эта рванина дает? Увеличивает силу атаки и уменьшает магию. А я ее в прошлый раз надел Ван Дамму, то есть магу. Ясно. Хорошо. То есть, вы знаете, я как враг себе иногда действую. В данном случае, например.
особо не разбирался, при том, что игра ошибок-то особо не прощает, как мы видели. Достаточно было нам нераскачанным персонажами один раз встретить этих грибы, эти непонятные. Как, собственно, сразу стало все печально довольно-таки. Так, это у нас еще еда. Опять же, Уиллису ее положим. Камень дадим Сигалу. Так, а ты, Сталлоне, у нас что у тебя есть? Ничего. Хорошо, двигаемся сюда. Тут у нас, по-моему, пазл будет. Пока что идем по местам былой славы, по большей части. Так, давай. Ой, подожди. А куда камень подевался? Я же вроде укинул, нет? Эу. Ребята. Ну а куда те камни подевались, я, честно говоря, не понял. Ну да ладно. Так, все, уходим. Тут вроде можно упасть, там даже какие-то приколюхи вылезут, но я предпочту с этим не связываться. Так. Ладно, идем дальше. И вставляем ключик. Хорошо. И вот тут в прошлый раз мы огребли. Так, давайте сохранимся первым делом. Ой, нет, грузиться не надо. Давайте сохранимся. И давайте, кстати, сохранимся вот сюда. Напишем один сейф. Хорошо. Там у нас грибочки. Спереди у нас вот эта рожица, которой нужно вставить, похоже, два глаза, потому что она просит вылечить ее зрение. Heal my sight, говорит эта рожица. То есть heal — лечить, sight — это взгляд. Так. А тут я был? Тут меня не было, по-моему. Ой, что это там такое? А, ну это похоже то, что я думаю. Довольно жутковато, согласитесь? Ну-ка, ну-ка. Ага! Иди сюда. Надо заманить одну из них сюда, а после этого мы дернем рычаг. Пыца, иди сюда. Давай. Я бы тоже, конечно, не решился на Сталлоне. Оп! Пошел вниз. Хорошо. Одним меньше. Так, ладно. Сюда, я так понимаю, кинем что-то сейчас мы и откроется. Следовательно, нам туда пока особо не нужно. Вроде спокойно. Тут у нас лежит очередной камешек, который нам явно пригодится. Положим его Уиллису. Так, тут у нас рога же, по-моему, да? Да, рога, тебе нужно будет какой-нибудь лук найти. Так, а вот и свиток. Свиток огненных. Ну-ка, давай-ка. Видимо, мы уже выучили. Нужен скилл 2, фаер-магия. А у нас фаер-магия 1. У нас ледяной маг, по большей части. Ладно, оставим это на пока. Уже что-то действительно полезное. А то пока что один мусор был. Так, опять рванина какая-то. Отдадим ее Роге. Это что у нас? Это тоже увеличивает силу атаки. Подожди. Так, а тут у нас защита плюс 2. Давайте-ка мы вот эти вот труселя отдадим Вандаму. А Сталлоне у нас пусть ходит в рванине. Так, а это мы отдадим тебе, инсектоид. Так, и теперь... ух ты. Это у нас для Роги подошло, то есть уклонение плюс 2. Но пока что давайте нацепим ее, скажем, на Брюса Уиллиса, который у нас основным персонажем является. И в основном надеваем все на него пока. В результате из-за чего, собственно, у нас в прошлый раз он и погиб. Так что давайте лучше наденем Минотавру. Так, Минотавр. Давай-ка мы наденем на тебя этот плащик. Супер. Так, тут кого-то харчили. Очень так жестко. Это меня не радует, поэтому давайте сохранимся. Я не знаю, как тут сохраниться. Может, Ctrl-S? Тоже нет. Может, управление как-то есть. Ток. Ой, блин, я не то нажимаю вообще. Квиксейва нет. Это печально. Ну да ладно, не так уж и сложно это все делать. Так, здесь у нас... здесь у нас, возможно, какой-то секретик. Но, судя по всему, просто тупик.
Я пока что ничего не вижу, по крайней мере. Кроме этих крючьев. Ладно, сейчас нам нужно выпустить как-то вот тебя. Давай. Иди сюда. Ой, там еще одна. Блин. Давай, иди сюда. Ломай меня. Она вроде заметила. Да. Ну, короче, прикольно так получается. Так, давай, пошел. Слабак. Хорошо. А сами пока. Блин, да сколько их тут, елы-палы. Тут по-любому задумано именно так драться. Потому что это что-то слишком уж большое, по-моему, численное превосходство. Так, добрый день. Пока. Ты не хочешь повторить судьбу своей подружки? Давай. Иди сюда. Интересно, мне опыт дают за это, нет? Будет обидно, если не дают. Ой-ой-ой, придурок, куда я полетел? Использую гравитацию как оружие. Это было печально, меня сейчас убьют, что ли? Так, давай. Сейчас меня с двух сторон будут долбить. Ладно, сейчас собрались. Это было глупо. Я еще не освоился с управлением. Ну да ладно. Я думаю, справимся. Только интересно, куда мы попали. Давай. Но. Ну давай, ёлы. Почти уже готовый. В принципе, не волнуйтесь, сейчас мы эти жизни восполним, то есть просто отдохнем. Заодно, кстати, пожрать надо будет. Нам дали ачивменты, я так понимаю, за то, что мы сбросили их, то есть использовали гравитацию как оружие, собственно. Это хорошо. Ладно, мы куда-то попали, в какое-то незапланированное место. Тоже неплохо, на мой взгляд. У нас куча жратвы, но пока что кушать не особо охота. Давайте возьмем еще один камень. Собственно, давайте. Меня, конечно, этот вот свет непонятно беспокоит. Но чуть-чуть отдохнем, я думаю, потому что хватит уже так ломаться. Я, блин, не совсем еще привык к местному управлению. Забываю, что тут по тайлам все. То есть сразу передвижение по клеткам. Давайте сохранимся куда-нибудь, я не знаю, на новый сейф. Безымянный. Ведь отсюда мы, я так понимаю, не можем. Хорошо. Куда это мы попали? А, все понятно. Ну, собственно, не так уж и страшно. Могло быть страшнее. Назад пути нет. Если только вот за это дернуть, но нет. А, тут нам нужно будет пораскинуть мозгами, чтобы выбраться, понятно. Тут у нас голубой кристалл. Какой-то драгоценный камень. Интересно, что он дает. Ну, пусть лежит. Пусть лежит у мага. Возможно, пригодится. Тут чья-то лежанка, но ее обитатель, похоже, уже все. Уже все. И больше тут ничего хорошего-то и не вижу. Видимо, нам все-таки придется к тем грибочкам идти. Это меня, честно говоря, не радует. Так, но сначала нужно придумать, как нам отсюда выбраться. Возможно, нам нужно перекинуть вот сюда камень, скажем. Ну, или не камень. Ну, вы поняли мой посыл. Так, хорошо. Выходим отсюда, да идем к тем грибочкам, отомстим им за то, что они с нами сотворили в прошлый раз. А, я понял. Так вот для чего эти кристаллы нужны. Так, отлично. Это было довольно логично. Это меня радует. Так, сохраняемся. Скажем, вот сюда. И готовимся к бою. Пока что мы особо ничего не умеем, и уровень у нас особо не поднимается. Так что ты у нас простаиваешь по-прежнему, не можешь ничем пользоваться. А ты вообще сидишь в уголке со своим факелом, да отдыхаешь.
Так, кстати говоря, факел у нас практически догорел, да? Да. Только этот факел еще тлеет маленько, а этот уже полностью догорел. Выкинем его. Так, у нас есть еще факел же? Да, у нас есть еще один. Это отлично. Ну и вот это сейчас возьмем. Так, ладно, как мне с вами быть? Собственно, иди сюда, во-первых. Во-вторых, я нет, не могу, я, кажется. Ну, давай, ладно, понеслась. Тебе бумаги долбануть, я думаю, очень понравилось бы тебе. Но за неимением приходится так. Блин, чё я промахиваюсь? Давай. Давай, грибок. Все равно не такой сильный, как в Dark Souls. Там грибочки ходят, брючки. Давай, 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 давай. Блин, да что ж мы промахиваемся? Сейчас Брюс Уиллис убьет, ёлы-палы. Так, давайте отступаем. Куда-то вот сюда. Да, собственно, пока у нас вроде как спокойно, мы... Так, все, факел кончился. Пока у нас спокойно, мы передохнем маленько. Жизни надо восполнить. А то нас нехило побили. И там, по-моему, даже не два, то есть даже три, по-моему, там этих... грибочка, так что вполне может быть, что погрести нам все равно придется сейчас. Хорошо, так, сохраняемся, одного убили, уже достижение. Да, собственно, пошли второму стучать, вон его тень. Пока что в темноте походим. Собственно, добрый день. Давай, давай. Это у нас более ловкий такой, да? Хорошо. Так. Давай, 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 братья. Что ж ты не дохнешь-то, мать-то твою за ногу и за руку. Давай. Да, блин, посмотри. Все, готов. Так, там еще один ходит. Поэтому мы давайте-ка еще отдохнем чуть-чуть. Лишним не будет явно. Лучше, по-моему, отдохнуть, чем потом погибнуть. Так что какие проблемы? Так, все, сигал у нас практически. Все, все здоровы. Жрать пока что не сильно хотят, поэтому вроде все нормально. Сохраняемся опять же. Вот так вот. Да, собственно, пошли дальше. Так, это что с тебя выпало-то? Это можно сожрать, нет? Да, это еда. Хорошо. Брюс Уиллис поел, остальные пусть завидуют. Так, надо будет там подобрать еще одну. Добрый день. Молодца. На мой взгляд, все-таки здесь больше подошла бы автопауза какая-нибудь. Ну, так прикольно, конечно. Блин, до чего я соскучился по играм такого типа. Это, по-моему, прекрасно. Давай вот, ну. Ах, скотина. Хорошо попал. Отъехал. Надо мага прокачать. Все, вроде поспокойнее стало. Сейчас мы подберем лут, да, собственно, двинем уже дальше. Так, я ножик опять подобрал. Хорошо. Маленько отдохнем. Там у нас, оказывается, еще один ходит, я по звукам слышу. Но в целом мы уже практически подобрались, я думаю, к этому второму драгоценному камню. Он, кстати, сюда подходит вроде как. Вот тут он где-то идет. Так, сейчас мы его убьем, вставим оба глаза и пойдем харчить улиток. Так, грибок растет. Ну, собственно, тут один такой. Похоже на то. А мне, в принципе, и в темноте неплохо нравится. Довольно неплохо. Довольно забавно. Так, отлично. Хорошо прошло. Интересно, так как я этими двумя пользуюсь, у меня остальным-то опыт идет, нет? Или только этим двумя?
Ну, наверное, на всех распределяется. Да, блин, ёлы-палы. Ой, тихо. Все, готов. Так, тут у нас растет грибок. Сложно, надо сказать. Начало вроде бы сложно. Или я грибок подобрал уже? Успел? Так, хорошо. Это выкидываем. Кстати говоря, нужно вот это подобрать, чтобы был, как говорится, чтобы был. Так, и поспать маленько, прям тут, около этих корневищ. Хорошо. Сигалы у нас по большей части в основном долбят, возможно, у Виллиса, потому что броня получше. Но как бы там ни было, сигал у нас огребается. Так, хорошо. Подбираем свой метательный ножик. Подбираем очередной грибок. Видимо, мы его схарчим попозже. Почему бы и нет, как говорится. Так, это что такое? Редкая травинка, которая растет в болотах и других мокрых, ну, влажных местах. Короче, это лечилка. И это отлично. То есть она тут будет. Все что, чтобы ее применить можно было по-быстрому. И вот, собственно, второй глазок. Как его получить? Вопрос интересный. Каких-то рычагов я не вижу. Так, уберись, пожалуйста. А, вот, все, понял. Я его не заметил даже как-то. Берем второй глазок. Берет его Уиллис, как обычно. Он у нас главный. Да, собственно, идем вперед. Ну, круто, круто. Прикольно придумали. С одной стороны, плохо то, что локации не генерируются. Ой, твою мать. Ой, бляха, я аж дрогнул. Ой-ой-ой-ой, так. Тихо. Смотри, он с щитом. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, промах. Это даже не дотягивается для него особо. Да ёлы-палы. Ты посмотри, как я промахиваюсь. А-а-а! Не трогай сигала. Так, давай, лечись. А чё ты не лечишься-то, мать твою? Сигала убили, как обычно. Зато этот кританул. Так, давай. Давай, давай, давай. Давай хоть руками, я не знаю. Мне хана, похоже. И что мне с ним делать? Да, да. Ну, фу, бляха-муха. Нормально. Интересно, как мне теперь вылечить сигала-то? Здоровье. Так, а возможно, кстати говоря, никак мы его теперь не вылечим. Вот что самое печальное. Так, зато у нас есть щит, копье. Так, зачем я это ставлю мертвому человеку, я не знаю, конечно. Но как бы там ни было. Такие дела. Так, ну что, неплохо так мы огребли. Я, наверное, сейчас загружусь, да попытаюсь его убить без погибели одного из членов моего отряда. Но как бы там ни было, мы это увидим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, следующая серия выйдет завтра. Я искренне на это надеюсь, если будет время. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.